Обычной весною в метели пургу скользили обычные люди по льду. Скользили автобусы и автомобили, на землю ложилось снежинок миллион. Довольно странному снегообилию никто в этом городе не удивлен. Как же возможно, спросите вы, ведь не бывает весенней зимы. В Архангельске шуба – весенняя форма, весною зима, в Архангельске – норма. Добрый вечер, дорогие телезрители. Прогноз погоды на 25 марта. Вечером пасмурная, температура воздуха – плюс 2. Ветер западный, юго-западный – 4 метра в секунду. Вероятность осадков – 10%. И снова песня. Выйду на улицу, солнца нема, красные девки свели меня с ума. А по этому поводу я, наверное, пойду. До новых встреч!